Приветствую на канале «Современные родители». Сегодня представляю твоему вниманию отпариватель Tefal DT3031E0. Как только я взяла этот отпариватель в руки, первое, что меня поразило – его ультракомпактность. Складной корпус делает его почти в два раза меньше по сравнению с предыдущими моделями, из-за чего хранение устройства становится исключительно удобным. Основание устройства на удивление легкое, что добавляет комфорта при уходе за одеждой. Я без труда отпаривала одежду как дома, так и в поездках, благодаря его ультралегкому формату. Качество материалов, из которых изготовлен отпариватель, просто на высоте. Мне не пришлось переживать о том, что корпус может поцарапаться или потрескаться. Наоборот, пластиковый корпус показал себя крайне устойчивым к изнашиванию и коррозии, что обеспечивает долгий срок службы устройства. И, кстати, если ты решишься на покупку, обязательно проверь описание под видео. Там я оставила ссылки на надежные магазины и даже промокод на скидки. Не упусти возможность приобрести этот отпариватель с выгодой. Когда я впервые использовала этот отпариватель, меня удивило, как быстро он нагревается. Всего 15 секунд, и прибор готов к работе. И что меня особенно порадовало, это возможность ухаживать за одеждой без использования гладильной доски. Просто повесил вещь на крючок, и через несколько минут она уже была гладкая. Не могу не отметить и гигиеничные качества этого отпаривателя. Мощная подача пара не только устраняет морщины на одежде, но и уничтожает бактерии, неприятные запахи и даже аллергены. Это действительно обеспечивает идеальную свежесть и чистоту одежды. И, конечно, безопасность. Стабильная конструкция исключает опасные моменты во время отпаривания. Триггер подачи пара дает возможность контролировать процесс, а функция автоматического отключения сразу же реагирует, если прибор остается без присмотра. Я с уверенностью могу отпаривать даже такие деликатные ткани, как шелк, зная, что устройство будет действовать аккуратно и безопасно. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Малый напор пара. Маленькая емкость для воды. Оставлял капли на одежде. Теперь перейдем к положительным. Приятный внешний вид. Компактность. Корпус складной. Моментальный нагрев и индикация. Устраняет неприятные запахи. В комплекте есть насадка-щетка. Очень удобно держать. Подписывайся на канал и нажимай колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делись впечатлениями в комментариях и поддерживай канал лайками. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Там же ты найдешь скидочный промокод. До скорой встречи на канале «Современные родители».